Девочка рыбачит. А, байк-такси. Если у них есть лицензия и жакет, то это байк-такси. И это здорово. Он на выставку ювелирную ездил. Он говорит, я взял байк-такси, такие были пробки. А он жих-жих-жих. Ехать было долго. На обычном такси я бы, говорит, ехал 2 часа. Это далеко, это была выставка. За городом. А на байк-такси, говорит, я за 40 минут мы доехали. И это дешевле, чем обычное такси. Тушип на корабль. Тикетс. Билеты. Did you buy? You buy in the boat. А, на кораблике. На кораблике купишь, говорит. 20 минут waiting? Окей. Смотрите, как она моет. У нее швабра на веревочке. Это чтобы, наверное, я не знаю, а зачем веревочка вообще? Чтобы подтягивать к себе. Ну какая разница, ты подтягиваешь швабру рукой или ты подтягиваешь швабру веревочкой? Какая-то тут есть, наверное, загадка, фишка, мудрость. Смотрите, какая красивая плитка. Какая-то в греческом стиле. А где моя прелесть? Моя прелесть уже на причале. Он уже там первый. Главное, что не ошибиться. Не сесть на другой. Я бегу. Только спроси. Вот видишь, это не наша. Ну? Where are you going, папа? Не туда. Пошли в Чайна-таун хотя бы. Хоть куда-то. А билеты-то здесь же покупать. Поэтому у нас же ничего еще не куплено. Сейчас дети купят у нее. На дереве белые птицы. Ой-ой-ой. Большие белые птицы. Журавли, наверное. How much? 32 бата на двоих. $1. Но тут всего одна остановка была. Как он заливается, соловей. Сидит, ждет информации. Информации. He waiting for information. А, это он информирует. Спросите меня что-нибудь. Рачинавонг пир. Посмотри, разные коробочки. В общем, разные коробочки, упаковочки, бутылочки.
Все тут можно купить. Да, да. Или когда ты гладишь белье. Ну, в общем, упаковочные разные предметы. For packing everything. Пошли, нам не надо, потому что у нас мало места в багаже. Ты не представляешь за 9 дней, сколько мы тут накупили. Давай, 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 чалу, чалу. Давай, давай, давай. А так вообще прикольно, конечно, любые коробочки. Вот, кто продает какой-нибудь там сок, можно разливать. И пластиковые пакетики любых размеров. Тоже, если продаешь там свой суп. Но в Индии все дешевле. Лотерея. Можно выиграть $1 000 000 и больше ни о чем не задумываться, да? Маленькие бананчики, они мне понравились, кстати. Клубнику здесь еще не пробовала. Вода вон холодная. А манго то я выкинула, мне не понравилось, то, что мы покупали на рынке, который с поездом. Ага, не надо нам, папочка. Давай мы не будем вот это все рассматривать. Кроксы за 100 бат. 60 бат. Надо помнить, что сейчас мы полетим в Дели, и у нас будет разрешение 30 килограмм на человека. Но когда по Индии мы полетим уже в Варанаси, у нас разрешено только 15 килограмм на человека. Ой, проголодалась моя зайка. Хочет 2 штучки. Это вот такие вот слоники или яблочки. Они вот вроде как и картина, вроде как и подставка под чайничек, а вроде как и вазочка. Можно здесь держать вот такие вот красивые фрукты. Но она очень тяжелая. На самом деле она, наверное, с 0,5 килограмма. И нам... Вот, видите? Так, да. Угу. But it's heavy. He want 500, да? No, after 4. Нам парень там на рынке, мы пока сидели, ужинали, пытался втюхать за 500. Утомились. А давай попробуем здесь поищем. Зеленый чай. Ага. А, 7-Eleven. Я думаю, в 7-Eleven нет, мы же уже спрашивали. Не очень тут большой выбор. Чай. Грин чай. Нету? Ну, окей. Этот 7-Eleven побольше нашего. Выбор побольше. Но зеленого чая тоже нет. Вот рамены. Мне сказали, надо не нудл просить, том-ям, а том-ям рамен. Тогда будет... Или рамен, как он называется. Тогда будет счастье. Ну ладно. Чего ходить-то, если ничего нету? Где сашита? А, давай. Здесь немножко по-другому они делают. Ага. Не так, как в Индии. Мачете другое. Вкусные, говорит. А, понятно. Она дает и говорит, если хотите, сами выковыривайте себе, наковыривайте. А как это наковыривать, я не знаю. Оставь, говорит. Я только попробовать. I only try. I only want to try, Тора Тора. Сейчас я возьму в руки это. Понятно. Ладно, все, спасибо. You try? No, no, I don't. Такую штучку нам надо домой купить. Блин, не открывают. Я думала, нам пакетик сложат. Сама. Ну.
А это стикеры разные. Yeah, yeah. This one we did the business long time ago. In 1980. Любые. Покупаешь и на свой магазин наклеиваешь. Это для пятки. А где для руки-то? For my hand. You have for hand? Да. Вот здесь вот. How to use? They have? I'll show you how to use. Ой, какая прикольная штучка. Ой, классная. Да. Да, папа, this beta. Да, хорошо. Can you give new one? Yeah, I'll give you new one. In the sample. Да, sample, хорошо. А есть еще, видите, для коленочек. You want to use this one? Yeah. I want to use. Do you have other color, yellow? No. Only black, да? Not bad. Ну хорошо, давай, ага. And have one more like this, if you like. I don't know whether you like it or not. Black is better than blue. No, I just show you. This is not same. This is only for here, not for this one. No, black better, I think. Is better? No, black, black. Black is better. Yeah, okay. Black is better. No problem. This way you cover from. Let's put that. Yeah, you want to use? I want with Davis. For this, I put a new one. Yeah, da, new. Oh, thank you. Thank you. You look like Indian. I'm Indian. Acha, acha. Он говорит, ты похож на индийца. You were born here? А я говорю, индиец. Where were you born? I was born in India, where? Agra. Agra, अरे वाह. Oh. I went. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Agra, Taj Mahal. Malu. Thank you. You want to make tight or what? Dhanyavad. No, now perfect. Dhanyavad. Thank you very much. Or kuch? Dhanyavad. Спасибо. Thank you. Ну, пока еще не надо для коленок. Бля, यहां पर बाथरूम कहां है? बाथरूम उधर पियर. О, пир जाना पड़ेगा. Нет, мы уже далеко от пирса. Я бы आओ. А होटल में? यवराज में है आगे चलते. आगे. Нам нужен бафрум еще. Сколько у него тут всяких разных. А для спины? And for spine, they have? No? This is for spine? А это, сейчас, подожди, папа, раз уж мы зашли в такой интересный магазин. This is for spine? Для чего это? В общем, классно тут у него и на коленочке, и на спинку. И вообще везде. Я все-таки хочу беречь эту руку. А там я потеряла, у меня есть этот бинтик-то розовый, я потеряла застежки. Ой. Ну все, процветает индустрия этих масок. Не знаю. Ну вот это вот. Похоже на мой любимый фасон, модель и даже расцветка. Сумочки, наверное, для телефонов. Тоже 7-11, но я уже не буду здесь искать этот чай. Я думаю, где-то есть другие места. Маски. Маскарад. Бриллианты. Шашлычки, сосиски какие-то на шпажках. Это любимое лекарство Саши. Тайгер Балм называется. Ничем не болеет, ничем не лечится, но Тайгер Балм должен быть у него всегда, потому что, что бы ни заболело, он мажет этим Тайгер Балмом. Все. На этом все его
познания в медицине заканчиваются. Даже если у меня что-то болит, ты помажь Тайгер Балмом. Говорю, у меня другие панацеи. Полотенце. Здесь уже начинает пахнуть супами соблазнительно. Хотя я еще не голодная. Булочка вся в желтых фонариках. Красиво. Здесь тоже какие-то упаковочные магазины. Так. Что-то такое типа бы 50 бат. Мне бы типа прозрачной косметички что-то такое. Для украшений отдельно. Ну вот они. Баленсиаги. Баленсиаги за $20. Ну и ладно. Вон 690. 690. Big. This big. No, I don't believe. Maybe 300. Ну, пошли. 690. Нам не надо, папа. Ну, сколько у нас чемоданов? Не надо, я говорю. Мама говорит, не надо. Тебе даже Google не надо. Мама знает все. Не надо тебе ничего. Продолжаются рыночки упаковок. И супы. Дешевые. Тут что-то 40-50, чего-то такое по 10. В общем, индустрия упаковок, красоты работает у них хорошо. А где ты вообще-то? Я тебя не вижу. А, вон. Я чуть не ушла на другую сторону. А, ой, какая красота. Нет, пошли. Я хотела заколочку вот такой. Ага. А вот и заколочки. Нет, я хотела с орхидеями. С орхидеями. А где Саши? Опять на что-то там соблазнился. Я прям не могу. Нет бы соблазняться на то, что маме надо. А он соблазняется на какие-то ненужные глупости. Маме ненужные. Ему нужные. Мне просто хочется, чтобы люди забыли весь свой эгоизм и чаще делали добро бы не всяким там себе, а мне. Да, да, это все оптовый маркет. Оптовики тут закупаются. Вот. Ну что, папа, по Баленсиаге, по Луи Виттончику? They don't have Louis Vuitton. Maybe this size for the plane. А вот это симпатичное.
No, no, not black. No, no, I know. I'm only looking. How much is it, madam? 400 baht. 1000 rupees. Ага. 400 бат. Мне вот нравится, чтобы они были... Чтобы они были вот такие, да, тряпочные, не... Да, дорого. Very good, very nice. How much? 400 бат. 400 бат. 1000 рупий. Все. Мой-то рюкзачок розовый, знаете, он сколько? Он у меня, наверное, рублей 300 стоил. Ну вот, хотела ему купить братишку или сестренку. Вот еще подарочная упаковочка. Очень красивая. It's big. This very big, папа. Большой очень. Ну ты чё, как челночник. Давай Баленсиагу тогда уж. Seven kilo. Маски, целые развалы масок. Они, наверное, каждый день их меняют. При таком-то, при такой-то дисциплине. Папа! А что это? This is for glasses? For what? This is for glasses or what? Это на очки или на что? No, no, this is some old people. Oh, what? Some old people put internet. Thank you. Да ну, мне кажется, это на очки. Ладно, не принципиально. Я все равно их ношу на голове. Принципиально. Это принципиально. Носить мои очки вот здесь. Чтобы меня все время в комментариях спрашивали об этом. Красота. Это все китайские. Ну вот, всяческие бриллианты. А где же у них орхидеи прекрасные? Не знаю. Чего только нету. А орхидей нету. Ну что это? Это же на очки. Или же не на очки? Нет, на очки должны быть с резиночкой. Я не знаю. А знаете, может это маску прищеплять? Я видела, у девчонки висела на цепочке маска, и она назад болталась. Ну а что? Мы что, торопимся, что ли, куда? Что мы все время... Что мы все время торопимся? Туалет не найти. Вон увидели Starbucks. Может быть, там? Или Grand China Hotel. Да, Эни, Starbucks or Grand China Hotel. Общественных туалетов что-то я не вижу. Ой, как хорошо здесь прохладно. Ну вот какой-то торговый центр нашли. Или торговый центр, или что это. Хорошо.
Прохладненько хотя бы тут. I don't need. Мне не надо. Скидка говорит 30%. Давай лучше вот это посмотрим. А maybe behind. Смотри, какое красивое платьишко. Мы когда жили в Монголии, у монголов тоже вот такая вот одежда была. Такая интересная, красочная, красивая. Давай домой, давай. Пойдем. Пойдем в дом. Да, массаж. Надо срочно на массаж. Осталось сегодня и завтра. А потом у нас там нет такой индустрии массажа. Приятно пахнет. А далеко ли наш дом? Let's take bus 82. Пошли, автобус возьмем 82-й. Завершим же наше же путешествие же. Зачем по-дорогому? Мы уже поиздержались. Мы всегда в конце путешествия уже на местных автобусах учимся кататься. Что я не сделала здесь? Если здесь есть сити-тур, то надо было взять сити-тур еще. Двухэтажный автобус. Но я что-то не вижу пока. Ну, за 9 дней много ли сделаешь за 9 дней? Ну вот, автобусная остановка. Они здесь такие неказистые. А это на Ава сайт, or not Ава? И какой-то 204-й. Ну давай. Дальше гуляем. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук что-то на нас нет, среагировал. Мы не очень далеко живем. Что-то они не сильно торгуются. Лучше пустым покатается, чем цену понизить себе. Или все-таки придут к консенсусу. Мы побегали, он подумал. Ну? Че пустым-то кататься? У Саши опять 300? Нет, 300 много. Поехали за 8 на автобусе. Давай. Такие они низкие, держи. Ого, сколько? За 100. Спокойно согласился. Тот 300 хотел. Это, говорит, 5 минут всего, если нету трафика. Так, у нас был автобус, лодка, тук-тук, and метро, но у метро. No need metro. You go metro. Metro. Одна? Hello? Metro is far away from here. Я говорю, метро, на метре этого еще не катались. Он говорит, иди катайся. In metro. Metro here. Нет, мы катались на метро, да, мы катались несколько дней назад. Ну, we ride on метро one time, a few days ago. We did. Было дело на метро. Show you best way home.
Папа мне все виды транспорта показал. Only need bike. Теперь только осталось на байке. Нам надо Марину сюда срочно, да. На байке будем кататься. Саша берет байк-такси, а Марина берет меня. Ну что, самое главное мы сделали. Флотинг маркет. Вот это вот поезд. Он, кстати, был построен. Это был раньше рынок. А потом они решили строить железную дорогу. Но рынок воспротивился. И тогда они пришли к консенсусу. В 1906 году они провели эту дорогу. А рынок оставили. И потом это стало вот таким развлечением для туристов даже. В общем, это симбиоз рынка и железной дороги. В Аютае мы были вчера. Вот этого Будду мы видели. На слоников я, честно говорю, не хочу. Hello. Hello. Tomorrow last day. We already finished. India. We live in India. India. We are from India. Namaste. 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 You are also from India, да? No. Look like. Huh? Nyama, but look like Indian still. I'm in Bali. Ага, хорошо, окей, bye. Похоже на индийцев, но они из Мьямна. Я люблю Каосан. Это вот наша дорога там, Каосан, место, где мы живем. Каосан, but Papa, it's not center. Каосан. This good area. Каосан это район. It's good area. Good area. Хороший район. Для молодых людей. Хороший район для молодых людей. Это дешевле, чем в центральном городе. И здесь есть все. Но мне здесь нравится, I like this. Довольно-таки очень даже цивилизованно. Our hotel is very good, very friendly. Отельчик наш хороший, а вот я читала, что нельзя им. Купи любую. You buy, you don't need Google, no. Your wife know everything. My wife knows everything. Да, только такую и купи. Такую и купи. Он говорит, я хочу купить одну рубашку. Я говорю, вот и купи, что мне не нужен Google, моя жена знает все. Ну, сейчас опять какой-нибудь выберет. Пепси, I want water. У нас есть пепси, но я хочу воды. Вода кончилась. No, she no. Don't like it. She want crab. From partner, happy. Только курица, да? From daughter. Том какая я хотела. Or with vegetable, no? Yes, have. They have vegetables. Okay, давай. Это Саша опять спринг-ролл. Он на них подсел и вообще он говорит, ты умеешь такие готовить? Дома мне готовь. Very hot. А я, чтобы не скучать, вот супчик себе заказала. Спринг-роллы по-тайски. Буду учиться. Белокочанная капуста, морковь, бобовые проростки, рисовая лапша, чеснок, соевый соус, рисовая бумага. Вот на этом и затык. Рисовую лапшу выложить в миску, залить теплой водой, оставить на 5 минут. Затем откинуть на дуршлаг, обсушить, укоротить, разрезав поперек острым ножом 2 или 3 раза.
морковь и белокочанную капусту нарезать, чеснок очистить, мелко порубить или раздавить. Хорошо прогретый вок, налить столовую ложку растительного масла, кинуть чеснок, жарить 30 секунд, добавить капусту, морковь и проростки, жарить, помешивая еще минуту. А у вас нету макаронов этих рисовой лапши? Или... О, есть, ребята, я вижу эту рисовую лапшу, вот не думала, что она там есть. Самый последний момент – кинуть в вок нарезанную рисовую лапшу, аккуратно перемешать с овощами, добавить столовую ложку соевого соуса и тут же снять сковородку с огня. В широком лотке или миске с холодной водой размочить в течение 30 секунд один за другим все листы рисовой бумаги. Переложить на широкую разделочную доску. Вот оно что. Вот вы как готовитесь, оказывается. А я думала, обычное тесто. В центр каждого листа рисовой бумаги выложить примерно по столовой ложке овощной начинки и завернуть плотным конвертиком. На сковородке разогреть оставшуюся столовую ложку растительного масла, выложить спринг-ролл и обжарить с каждой стороны по 2,5 минуты. Большая такая миска, как у бабушки в деревне. Железная. Прикольно. Давай, папа, пробуй. Вегетарианский томкха. Ну, вкусненько. Вкусно. Трай. Вот так он и пахнет, да. Настоящий тайский суп томкагай. Один из знаменитейших супов тайской кухни, наряду с супом том-ям. И мой самый любимый. Ну, вот мой тоже. Мне тоже он больше, чем том-ям, понравился. Именно с курицей пишут. Ну ладно, вот тут грибы большие они мне дали вместо курицы. Название этого супа состоит из нескольких частей. Переводится как кай, по-тайски это курица. Акха – галангал. А кто такой галангал? Куриный суп с галангалом. Галангал может гриб? А на этом уже и затык. Самое сложное в плане доступности ингредиенты – соломенные грибы. Саогу. Это съедобный гриб, растущий в тропиках и субтропиках. Ножка у них растет из специальной луковицы, которую молодые грибочки прячутся целиком. Вот их можно смело заменить на вешенки. На шампиньоны заменять не стоит. Хотя так поступают даже некоторые тайские рестораны в России. Галангал, лемонграсс и листья лайма продаются во многих супермаркетах и восточных магазинах. В том числе наборами для приготовления том-кагай в крупных городах. Можно покупать сушеными. А также в интернете продается уже готовая паста том-кагай. Это смесь из тех же пряностей, но перемолотая. Кокосовое молоко можно взять сухим и развести водой. Я покупаю все ингредиенты сразу на несколько раз и отправляю их в плотно закрытом контейнере в морозильную камеру. Там они могут храниться не один месяц без потери вкуса и цвета. Галангал – корень. Кто ты, галангал? Признавайся. Вот это имбирь, по-моему. А кто из вас галангал? Это гриб. Точно гриб. Похожий на белый. Это, наверное, лемонграсс. Лук. Цветная капуста была. Будем методом исключения вычислять галангала. Морковку еще вижу. О, все, пошли. Так я и не вычислила этот загадочный галангал. А в принципе, такое ощущение, что выпила чашку чая тибетского с солью и с молочком. Очень вкусно. Чало. Ты не любишь черное? You don't like black? Black I don't like. Ну и ладно. А вот белое Таиланд. White Таиланд. Yeah, that's nice. Слоник. Ну, хочет он себе какой-то сувенирчик. Носить, наверное, не будет. А может и будет он. А? Хороший катун. Сколько стоит? Я бы тебе, конечно, посоветовала, что твоя жена лучше Гугла все знает, но ты не хочешь. Китна. Помач. Помач. Папа. Хама.
200. How much you tell? 480. 480. Он говорит 200. 500 rupees. Ну возьми себе for souvenir. Okay, 200. I will come back evening. Не, не. How much? Это how much give me? 480. Okay, you buy now. Give me 150. 150. 150. I know. In India, 200 rupees. Get good quality. Expensive. I know quality. Many people need change money. Okay, okay. Okay. Okay, you buy now. 150. I told you. 150. This one. Okay. 170. Сошлись. 480 на 170. Ух, а я, может, опять же спрошу, есть ли у них такой чай? Нет, по-моему, нету. Здесь не чаевная лавка. Здесь медицинская. Вот они, спринг-роллы. Мы уже сытые. Супчик вкусный. Тейсти суп. I like. Yeah. I think so. Maharaja. Royal family. 1947. Toyota. This is with the shrimp. Uh-huh. Only 80. 80. А вот этот суп, milk soup, coconut. Yeah. 120. 120. Yeah. До Таиланда 0 километров. До Каосан. Ты уже тут, в Каосане, в Таиланде. Райончик нравится, он просто сказочный какой-то. Если тебя надо тащить, то вот здесь стрелочка, вот сюда вот цепляться и тащить. Как мне этот райончик нравится, именно своими вот такими прекрасными церквями. И вот эта улица ведет прямо к нашему отелю. Все хорошие такие машинки. Toyota, Toyota. Mazda. Еще Toyota. BMW, Mercedes. Еще BMW. Ты что, монахи, что ли? This is for monk cars. This is monastery. No, but they have rich followers, darling. You know? And maybe Swami also have it. Вот. И там улочка прямо к нашему отелю. Ньюсям. Later they sold it for auction. I didn't know. I was in America that time. For $20,000 they sell. $100,000 for auction, $20,000. Это он про машины, которые распродавали после Ашо. Говорит, я не знал, к сожалению. Хотел купить машину от Ашо. Роллс-Ройсы же у него там было, штук 90 Роллс-Ройсов. В общем, сиди не сиди, а на массаж надо. Hello. Савадика. Савадика. Водичку я. Можно водичку?
Very hot outside. Oh, спасибо. Thank you. Thank you. Oops. Я вчера сидела вот на этом, мне так понравилось смотреть в окошечко. Я говорю, можно я опять сюда сяду? Мне вчера массажистка говорит, выбирай. Привела меня в пустой зал и говорит, выбирай. Поэтому, думаю, сейчас можно выбрать. Мне так удобнее. Саши. Но. Давай, ага. Угу. На, папа. Ой. I sit here, I want to see window, okay? No problem, you can sit there. Okay, thank you. Спасибо. Ой. In the aeroplane also, she needs a window. Да, и в самолете я тоже сажусь, как в окошечко. Спасибо. Ой, nice. Там у них вот часы, без 15:02. У нас полчаса, 15 минут третьего. Они так быстро идут, эти часы, когда тебя массируют. Нас разбудили, they tell half hour finish. А мы говорим, что-то это самые быстрые полчаса в день. Они говорят, ну доплачивайте 100 бат, и мы еще полчаса промассируем. В общем, или полчаса 150, или час 250. Мы решили продлить. Уж очень мы тут расслабились. Ага. Вот уже. Было без 15:02, сейчас 15 минут. Вон двое часов висит. Баня-баня. А никто сейчас на улице не массируется, все в салон. Здесь кондиционер, здесь музыка. Ой. Хэппи-хэппи, капкунка. Капкунка для девочек. И капкун, забыла как, для мальчиков. Капкун, забыла. Капкун-кап. Ты говори капкун-кап, а я говорю капкунка. А где наши тапочки? Так, нашел? Ага. Здесь mine, thank you. А где твои? Папа тапочки. Ну да, такие страшненькие. Кому они нужны? Кто-то говорит, взял? Maybe inside. Вон те, вон, самые последние. Бата. Бата. Типа баты. Все? Хом? Не знаю. Ага. Хорошо. Ача. Ай, hello. Нет, уже финиш наша фуд-массаж. Ой, как хорошо для... На сегодняшний день массаж закончен и, наверное, уже на это путешествие. Потому что мы завтра утром поедем. Поедем в аэропорт. Так, меня кто-то просил спросить, сколько стоит такая бритва. How much this? 1200. This 550? А, вот это 550, а это 1200. Это вон лицо Будды, а здесь дракончики. Ну, I saw last time. Somebody just asked about price. There my friends. Many. This is new one. Ага. One, two, three. Three gear. Uh-huh. How much this? This one 50 baht. 50. We don't need like this? No, we don't need. Ага. Он пойдет себе поищет кофе хороший, попьет. А я помонтирую. Мне тоже надо свое время свободное на монтаж. И мне нужно сидеть с кондиционером, а он его не любит.
Масала чай индийский. Ну все, друзья. Всех обнимаю, всех люблю. Я не знаю, вечером у меня... Давай, ага, пока. Вечером у меня будет настроение снимать или не будет. Но пока что мы с вами прощаемся ненадолго.